через 3 дня в нашем волшебном дворце Лолов наступит Новый год. Пранкстер, так ведь сейчас апрель месяц, а через 3 дня наступит май, последний месяц весны. Откуда Новому году взяться-то? Разве ты не слышала указ Дивы Дивовны о переносе зимнего времени на весеннее время? Нет, не слышала. Я все последние дни разбирала сахар по баночкам, а потом, объевшись им, много сладких снов видела. Ой, мне что-то так стыдно. Ну ты явно сладкого переела. А ты вообще-то знаешь, что сладкого много есть нельзя? Наверное, потому что все можно проспать? Нет, Сахарок, нельзя много есть сладкого, потому что оно быстро закончится. Но я не могу остановить себя. Как вижу белый сахар, так он сразу сам и попадает ко мне на язычок. Ну, совсем без приглашения. Сахарная ты моя, а ты знаешь такую закономерность? Как встретишь Новый год, так его и проведешь. А что же мне делать? Как подготовиться к празднованию, Пранкстер? Ну, для начала неплохо бы подобрать для себя новогодний костюмчик, в котором достойно можно было бы встретить Новый год. Поняла. Спасибо тебе, Пранкстер, за дельный совет. Конфетный приветик, подружка. Чем это ты так увлечена? Да вот, надела белое платье на себя, белые колготки. Думала, на Новый год снежинкой буду. Но посмотрела в зеркало. Похоже, снежинка из меня никакая. Упс, нифига себе сугроб. А ты, Бон-Бон, кем нарядишься на Новый год? Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и пишите комментарий, какого героя вы хотели бы увидеть в следующем видео. Еще более 20 серий ожидают вас в скором времени, поэтому если вы ждете продолжения и не хотите пропускать новинки моего канала, то обязательно подписывайтесь на него. Также активируйте колокольчик и переходите на другие видео и рубрики моего канала. Всех вас очень-очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока!